Управление внутренних дел города Тирасполь обращается ко всем жителям и гостям столицы с просьбой оказать содействие в поимке преступника. 7 июня, подобрав ключ, неизвестный проник в одну из квартир дома 54 по переулку Чкалова и совершил кражу золотых изделий. Задержать злоумышленника на месте преступления попыталась хозяйка квартиры. По стечению обстоятельств она вернулась домой раньше времени. Но задержать преступника 20-летняя беременная девушка не смогла. Он как-то вот так меня оттолкнул и выбежал. И быстро по ступенькам так сбежал, убежал. Ни слова не сказал, ничего. Я кричала, потом уже соседи собрались. Приметы подозреваемого. На вид 24-26 лет. Рост 160-170 сантиметров. Худощавого телосложения. Волосы светлорусые. Был одет. Светлая футболка с красно-синим воротником. Спортивные штаны черного цвета. Просьба ко всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении подозреваемого, сообщить по телефону в Тирасполе 533-783-53, либо 102. Анонимность гарантирована.